По факту вашего задержания, что у вас при себе имеется, вот, и вообще? Имеется сверток, в нем мефедрон 800 грамм. Что это такое мефедрон? Порошок белого цвета. Нет, но к чему относится данный порошок? Относится к разряду наркотических веществ. Наркотических веществ. То есть это вот в этом свертке, который у вас... Я не знаю, честно говоря, что в нем должно быть это. Ну, а где вы его взяли? Выкопал в лесу. Когда? Сегодня утром. То есть у вас все это находится в этом свертке. Да. Давайте вы его, значит, положите сюда. Мы его соответствующим образом... То есть вот он, этот сверток. Скрывать его не будем. Значит, мы его сейчас соответствующим образом упаковываем и, значит, отправляем на исследование. Еще вещь вот. А где весы и все это? Сейчас покажу. Можно, в принципе, как бы вытащить и положить вот сюда вот. Не-не-не, я целиком. Товарищ эксперт. Тоже. Значит, там весы и фасовка. Там изолента. Изолента? А наверху что? В смысле наверху? Пленка. Давай отсюда вот, наверное, все. Сюда пройдите. А сейчас пахнет сигарет, короче. Да, а, дверь, тебе больше заняться нечем? Да не, очень. Как тебе тут кажется? Это уже, да. Это уже расфасованный? Это да. Поскольку здесь? Сколько тут? Здесь надо, я не помню. Надо посмотреть. Это там ничего нету в этой штуке, только в пакете. Я хотел окно открыть, на самом деле. Там ничего нет. Вот это воня. Ну откройте окошко. Три пакета, да? Что? Это план освещения квартиры. Понял. Мне как бы смысла скрывать нет. Там кроме изоленты, Артём, ничего нет. Я говорю, тебе смелость, что она вам нужна. Там ничего нету больше. Так, давай включим ноутбук сейчас, да? Он у тебя включенный? Нет. Товарищ понятые. Я видел? Да, да, вижу. Все, молодец. Товарищ Сога. А вот 100, написано 100 грамм. Да, 100.
Смотрите. Так, это... Что они подошел там к дому, сфоткал, выше от дома, там радиус, например, 400 метров.